обычной театральной сцене, а прямо в торговом центре звучит ария мистера Икс из оперетты Кальмана «Принцесса цирка». Такой необычный подарок сделали артисты оперного театра всем самарцам к началу весны и Международному дню театра. Кроме того, в программе отрывок из оперетты Штрауса «Летучая мышь», песни из кинофильма «Весна». У нас сестра наша, солистка Московского театра оперетты. Так что мы знаем все песни, все слова, музыку, любим, ценим. У Самарского оперного театра большой опыт проведения флешмобов. И если сначала к этой идее относились настороженно, то после первых выступлений такой формат прижился. Все новое принимается не очень, как вы знаете, но это вот... может быть, необычности данного мероприятия и жанра, но потом, когда люди понимают всю полезность и для зрителей, и для театра, то есть это искусство пришло в массы, то уже отношение достаточно положительное. Артисты оперного уже освоили площадки Самарского железнодорожного вокзала и аэропорта Курумыч. Выступали в столице на Павелецком и Ленинградском вокзалах. Виктория Шарая, Валерия Макарова, Константин Головин. События.